Привет, хочу сказать по поводу встречи «Первая любовь» и вообще, что такое, как я провел. Как я провел, эта идея была в том, чтобы делать встречи, где люди делились бы итогами. Да, это итоги для меня важны, потому что я пересматриваю, что происходило, и делаю из просто какого-то чистого опыта определенные выводы конкретные, которые у меня в голове остаются, которые я понимаю, да. И вот тема «Первая любовь», она в данном случае очень важна, потому что на первое я заметил, что это то, с чего много чего запустилось, да, того, как я воспринимаю любовь, что происходит с этим. И вообще интересная тема, что такое любовь, да, и как я понял, что вот то, что происходит, это и любовь, и первая любовь. Вот про это пойти и поговорить в кафе, я выбрал очередное хорошее кафе, постою, влазим ли мы туда, и вообще надо ли кому-то приходить. Вот, так что приходите. Это будет 14 мая в 16:00. В кафе, которое находится рядом с цирком.